Мой путь — это путь смерти. Удачи тебе в поисках, друг. Найду храм Эхнатона, пойму, где искать реликвию и ее владельца. Вроде статуя указала Джихути на свиток. Красиво, но я ищу другую статую. Не похоже, чтобы она на что-то указывала. А, вот она. Та самая статуя. Указывает вверх, на полку. Вход в храм спрятан. Тут чья-то записка. Люди Тихона тоже ищут святилище Эхнатона. Thank you.
Эренху! Тухенет! Ай, десишн гере! Ну, мес не уджедианх? Провели ритуал во славу владыки Фифу. Чтобы избавить нас от проклятий, у них Бога Атона. Он отверг богов, всех богов, и фиванскую триаду тоже. Сын умер и стал Рагарахти, Эхнатоном, тем, кто радуется горизонту. В руках Эхнатона реликвия. Он поклонялся ей, как Богу Атону.
Атон, что дал начало жизни. Аменхотеп, выросший из семени Аменхотепа IV. Скормил сына в утробе матери, великой царицы Тии. Прекрасной, длинноволосой. Которому нет равных. Твоя гробница будет стоять среди песков вечно. Ты лежишь рядом с отцом, Аменхотепом IV. Когда фараон умер, что стало с реликвией? Царский дворец Эхнатона. За ним следит сам Эхнатон и его жена. Нефер-Нефру Атен Нефертити. Исидора должна узнать, что Амон ни при чем. Я поговорю с ней. Нужно понять, как упокоить царя. Еще одна жертва проклятия. Нашел ли ты ответ в полях? Не совсем. Как ты посмел принести это сюда? Я нашел ее в храме, посвященном отступнику Эхнатону. Что у него в руках? Он поклонялся диску солнца. Атону. У него в руках не солнце. А артефакт, что я ищу? Это проклятие наслал его обладатель, не Амон. Пожелал Амон, а? Он прислал отступника, того, кто предал его. Туя. Нет. Я отослала ее в Фивы. Сказала, там безопасно. Это моя вина. Эхнатон еще жив. Он ключ к артефакту. Я была слепа. Прячусь в тени Амона. А? Как так Исидора! Может быть? Пусть это не Амон,
Но Амон спасет нас. Речь не о богах. Ты это понимаешь? Владыка мира по-прежнему господствует в Фивах. А я его жена. Люди должны знать, что он слышит их. Озвучь его волю. Всего одна пылинка с золотой статуей Амона. Она очистит могилу Эхнатона в долине среди истинных царей. Но Тихон забрал все сокровища из наших храмов и гробниц. У нас ничего нет. Уже не раз я слышал о его злодействах. К тому же он мучит крестьян. Он помыкает нами. Кружит, как скорпион, у храма Хатшепсут. Значит, я найду его и все верну. Баек! Тот, у кого артефакт. Какая судьба его ждет? Да хранит тебя Амон. Тихон обычно ведет свои дела в окрестностях храма Хатшепсут. Надеюсь, он ведет список трофеев. Место хорошо охраняется. Вижу цель! На куски порву.
Закончим быстро! Yalla.
Ясно! Эй! Что? Охранять нашего неба! Я все сделаю! Сюда меня не пустят. Рублю все. На куски. Разберем. Как обычно. Эй!
пути! Не рады.
Солнечный удар, ерунда. Я хочу справедливости. Отдохни, Нэп. И пока я торчу тут, как младенец, этот жулик играет кольцом моего отца. Суетятся, как куры. Ты здесь как очутился, Нэп? Рыбак на дороге к Свинету сказал, что я порвал его сети и натравил на меня солдат. Они забрали все. Солдаты тебя обокрали? Взяли как плату за ущерб. Как будто рваная сеть стоит кольца моего отца. Староста должен что-то сделать. Но я весь день прождал его на солнце. Все это подозрительно. И дорога забита. Многие идут в пустыню, на запад. И будут еще беды. Я поговорю с этим рыбаком. А я снова пойду к старости. Справедливость восторжествует. С дороги! Что ты тут убери? Осторожно! Ты не пройдешь, тварь! Еще один преступник.
Плати за ущерб, Нэп, или загремишь за решетку! На куски порву! Дурная птица! Это не то, что ты думаешь! Прошу! Я думаю, что ты заодно с солдатами. Вы обираете путников. Ах, вот ты о чем. Но я такая же жертва, как и торговцы. Как так, вороватая крыса? Крыса? Нет, это все староста. Он забрал мою семью. Грозился убить, если я не соглашусь на его план. Семью? Моего кота. Царь Пушистамон, это все, что у меня есть. Большинство платит, не связываясь со стражниками. И староста получает все. Чтобы я тебя больше здесь не видел. Нет, нет, не увидишь. Я заведу нового кота. Торговец сует голову в пасть льву. Надо срочно. Срочно найти его. Сразу накинуться. Эй! Глаза на его выгодные схемы, но это убийство. Зачем они так? Он же был безобидный. Его смерть – предупреждение мне? Эй, ты! Стой!
Вот ты где! Правление староста угнетателя закончится. Этих людей. Теперь ты ответишь перед Осирисом. Что? Эй, кто? Кольцо его отца. Интересно, можно его как-то вернуть?
Эй! Thank you.